Всем привет! Как видите, сегодня я опять в форме с маяками. Мы находимся в конференц-руме на мостике, она же Чайхона называется на этом пароходе. Это значит, что сегодняшнее видео у нас с вами будет посвящено навигации. Всем привет, с вами Артур, и это канал «Записки судоводителя», канал, где вы найдете много интересных видеороликов для нашей с вами профессии. Не переключайтесь, будет интересно. И как вы уже поняли из вступления, сегодняшнее видео у нас с вами посвящено навигации, а именно постановке судна на якорь. Почему я решил обратиться к этому вопросу? Потому что очень много штурманов не понимает, почему мы, капитаны, действуем так или иначе в одинаковых вроде как бы ситуациях. Итак, сегодня я расскажу про постановку на якорь, расскажу немножко о теории и покажу вам реальную постановку на якорь, которую мы осуществляли на текущем пароходе. Еще раз повторю, это LNG 170 тысяч кубов, 300 метров. Две машины и подрулька. Вот, и давайте разбираться. Начнем мы с вами разбираться с теории. Итак, немного теории. Про выбор якорного места много говорить не буду. Об этом нас учили в школе. Тем более в текущих условиях особо выбирать место якорное нам не приходится, мы приходим в порт, нам дают указание либо точку, либо район, куда становиться на якорь, особых выборов у нас нету. Больше вопросов возникает с тем, как же осуществляется и прочь маневр к якорному месту. Существует два способа, два и прочь маневра. Первый прочь маневр самый распространенный, он самый удобный. Почему, я расскажу попозже. Это маневр с циркуляцией, либо с половиной циркуляции, либо с третьей циркуляцией, то есть с маневром значительного изменения курса. А второй же маневр — это маневр отдачи якоря при поступательном движении, то есть без изменения курса. Начну со второго маневра отдачи якоря без изменения курса. Вроде как все просто, но это самый неудобный для нас маневр. Почему? Потому что при таком маневре нам приходится заблаговременно снижать скорость для того, чтобы не проскочить точку. Немножко теории, то есть почему так? Мы с вами подходим к якорному месту, например, там полная скорость, снижаемся заблаговременно, чтобы проверить рулевки, проверить машины на задний ход, и продолжаем движение, то есть примерно уже не на полном ходу, а где-нибудь на half-speed. Ну, для нашего парохода это 9 узлов. То есть со скоростью 9 узлов мы с вами уже осуществляем финальный подход. И теперь давайте обратимся к нашим стоппинг-трексам. То есть со скоростью 12 узлов мы остановимся на стоп через 2,5 мили. То есть нам придется тормозиться, начинать около 2,5 миль, и мы начинаем тормозиться и снижаться. То есть представьте, сколько времени это у нас займет. То есть сейчас я посчитаю это. То есть 1410 секунд, если пересчитать в минуты, это у нас с вами получается 23 минуты мы будем только тормозить. То есть это долго, это заблаговременно, это начнется за 2,5 мили. Причем мы с вами потеряем управление. И такой маневр, он для нас очень неудобен. Что же происходит и почему же мы выбираем маневр с циркуляцией? А здесь все очень даже хорошо. То есть опять обратимся к нашим характеристикам судна. Если мы двигаемся с полной скоростью, а для нашего судна это 18 узлов, то при осуществлении циркуляции, при изменении курса уже на 180 градусов, при полностью работающих машинах на полный ход, у нас скорость с вами изменится
через 4 минуты уже больше, чем в 2 раза. То есть, если изначально у нас скорость была с вами 18 узлов, то через 4 минуты с поворотом вправо или влево у нас с вами скорость погасится до 7,8. А через 8 минут у нас скорость с вами, курс изменится на 270 градусов, а скорость упадет почти в 3 раза и будет уже 6 узлов. Вот почему мы с вами, мы капитаны, очень часто используем циркуляцию перед тем, как отдать якорь. То есть скорость у нас в момент поворота гасится очень сильно, при этом у нас работает с вами машина или работают машины, и мы очень хорошо управляем судном. В любой момент мы можем дать любой ход для того, чтобы опять вернуть судну хорошую управляемость. И если, например, вот как вы увидите видео немножко позже, мы с вами на 9 узлах начнем делать циркуляцию, в конце циркуляции мы получим скорость примерно в 3 узла, при этом у нас судно будет очень хорошо управляться в момент, во время циркуляции, и мы машины остановим только под конец, начнем работать назад. И сам процесс торможения на прямом ходу у нас займет примерно с вами 3-4 кабельтова. То есть смотрите разница, да? 2,5 мили это если мы дадим полный стоп с half ahead, или 3 кабельтова, если мы дадим там средний назад или малый назад после завершения маневра циркуляции. То есть и время, и расстояние, а и самое важное, что способ сохраним маневровые качества судна, то есть одни плюсы и final и прочее с помощью циркуляции над final и прочим просто с поступательным движением. Надеюсь, здесь вопросов у нас с вами больше нет, и давайте же перейдем к реальной постановке на якорь, с отдачей якоря, с финальным approach маневром с помощью циркуляции. Так, ну и так давайте же мы с вами рассмотрим реальный заход, который мы делали с постановкой на якорь перед тем, как пройти Суэц-канал. И я поясню все шаги, которые нами предпринимались. Итак, еще раз повторю, да, это будет постановка на якорь перед заходом в Суэцкий канал для его прохода. Возьмем время, масштаб времени 1:20, чтобы видео не было слишком скучным. Итак, поехали. В данный момент мы сейчас следуем с полной скоростью в ТСС, и буквально в это время мы начали снижаться для того, чтобы перед постановкой на якорь где-то вот в этом районе, когда будет достаточно свободного пространства, мы с вами протестировали машину. Итак, как видите, у нас скорость падает. Как только судно, которое нам мешает, пройдет, примерно в этом месте мы с вами начнем тестировать машину. Так как мы с вами имеем все динамки на газу и только одна, на всякий случай, у нас на топливе, мы машины будем тестировать по одной. Напомню вам, мы имеем две машины, левую и правую, и можем работать ими в раздрай. И чтобы нагрузка на динамки сильно у нас с вами не скакала, мы будем тестировать нагрузку, тестировать машины по одному. Итак, как видите, у нас мы с вами снижаем скорость. И примерно через некоторое время начнем тестировать машины. Машины мы с вами тестировали на скорости примерно 9 узлов. И сейчас, когда скорость упадет до 9 узлов, вот примерно в этот момент мы с вами начинаем тестировать машины.
Протестировали мы сначала левую машину, а потом протестировали правую машину, протестировали с вами рулевки, перекладом с борта на борт засекли время работы. И, кстати, на этом хочу заострить внимание, что когда вы тестируете рулевки перед заходом в порт, то проверка алармов и обесточка рулевок, естественно, делать не нужно. В чек-листе таких параметров нету. Это как минимум опасно, потому что при этом, при таком тесте рулевок вы выводите рулевки из операции, когда рулевки, то есть у вас получается судно не управляется. Так, едем дальше. Мы с вами уже протестировали рулевки. И сейчас мы подходим к месту якорной стоянки. Место якорной стоянки нам выдали портовые власти. И осуществляем с вами approach маневр. Почему мы делаем approach маневр? Я об этом уже рассказал в начале к этому видео. Сейчас я лишь покажу, как, я не знаю, как делают его другие капитаны, как его планирую я. Итак, мы с вами, картинка у нас примерно с вами вот такая, что на этой якорной стоянке у нас с вами находится судно. Вот, как видите, что здесь у нас находится судно. На эту якорную стоянку у нас с вами едет другое судно, которое вот у нас с вами на АИСовской цели его отображается. И, соответственно, чтобы зайти на... сделать approach маневр, самое простое, это будет уйти, как мы делали, в эту сторону. И с разворотом бросить якорь. Как же рассчитать нам с вами сам маневр? Я его рассчитываю примерно так. Радиус циркуляции у нашего судна, диаметр циркуляции примерно 6 кабельтовых, соответственно, радиус циркуляции у нас с вами 3 кабельтова. Я эти 3 кабельтова откладываю от нашего места, куда мы будем бросать якорь. Вот, как видите, я сейчас его отложил, и, соответственно, когда я буду подходить к этому месту, я буду стараться, чтобы у меня касательная моего вектора истинного путевого угла коснулась моей окружности, и примерно в момент, когда я подойду к окружности, я дам право на борт, и судно у меня пойдет по циркуляции и выйдет примерно в эту точку. Но мне надо, чтобы у меня судно не в эту точку вышло, а чуть-чуть раньше, для того, чтобы я успел держать судно и вывести его уже в точку отдачи якоря на прямолинейном движении. Поэтому я чуть-чуть опускаю ниже курсор и ставлю 3 кабельта примерно вот так вот. То есть будет, как я делаю маневр, еще раз повторяю, да, на этом судне не я делал маневр. Я бы подходил вот так вот, когда бы судно коснулось бы окружности, я бы дал право на борт. В этом бы месте я уже вышел на прямой курс. И пройдя на прямом курсе примерно, сколько у меня тут получается, примерно 1 кабельтовых на прямом курсе, я уже начал оттормаживаться и, соответственно, удержал бы судно на прямом прямолинейном движении и уже в торможении отдал бы якорь. И давайте же посмотрим, как осуществлял эту постановку капитан судна, на котором мы сейчас находимся. Еще повторю, да, что у нас есть с вами подрулька и 2 машины, мы можем работать в раздрай. И еще раз я покажу, как я делаю, как бы я отметил постановку на якорь с помощью своей системы, которую я вам показал.
Так, вот видите, мы с вами отложили 0,3 кабель, 0,3 мили. И примерно по этому же, по этой же траектории наше судно будет поворачивать. И давайте посмотрим. В момент поворота, естественно, мы остановили машину для того, чтобы максимально удобно, максимально быстро погасить инерцию прямолинейного движения судна. В принципе, заход и прочий маневр осуществлялся почти точно так же, как я вам рассказал. Сейчас мы с вами в этом убедимся. Итак, вы видите, начинается маневр. Мы переложили право на борт немножко позже. Я бы сделал это раньше, но ближе к окружности. А в этот момент, как вы видите, как я вам рассказывал, да, у нас быстро начинает снижаться скорость, и уже на повороте 90 градусов мы потеряли с вами больше половины скорости. Итак, здесь мы уже работаем под рулькой для того, чтобы остановить вращение судна. Подходим к месту отдачи якоря. У нас примерно 0,25 мили. Здесь мы начинаем активно тормозить машинами на slow stern. Двумя машинами. Скорость у нас падает примерно до узла. И мы будем отдавать якорь на скорости примерно 0,5 узлов. Начнем с вами отдавать якорь. Вот у нас судно остановилось. Сейчас мы получится у нас движение назад примерно 0,5 узла. И вот на этой скорости мы с вами и отдаем якорь. Отдаем якорь, еще раз повторю, мы с вами током, то есть через брашпиль не бросаем, потому что политикой компании у нас запрещено бросать якорь by gravity. Ждем, пока у нас вектор истинного движения не изменится на перпендикулярный ДП. Это будет у нас означать то, что у нас якорь забрал и судно вышло на якорь. И точно так же мы будем ждать подтверждения этой информации от вахтенного помощника на баке. Вот как видите сейчас, да, у нас поступательное движение назад остановилось, судно вышло на якорь и даже появилось небольшое движение вперед. Это как раз нами и означает, что судно у нас забрало якорь. Мы вышли на якорь, все, в принципе, постановка закончена, и мы должны сделать необходимые действия с ЭГДИСом и построение на радаре для того, чтобы обработать и начать следить за нашим якорным местом не только с помощью ЭГДИСа, но и с помощью радара. На этом все. Надеюсь, видео было интересным и познавательным. Если у вас остались какие-то вопросы к этому видео или любые другие вопросы, оставляйте комментарии к этому видео. Я с удовольствием отвечу на все вопросы, которые будут заданы. На этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.